О, о, давайте. Устали уже возить-то. Доски, сороковку. Никита, вот Михаил Кальмаев из Темиртау приехал помогать. Дом оборудуем. Так, как-то поверните. Хорош. Как вам ее снимать-то? Здесь? Ну, давайте рядом. Так, сюда проедем. Чтобы не мешало тебе работать-то. Он не знает, куда Никита, ты ему командуй. Давай еще. Не дави, не дави. Поднимай. Не давите сильно, сломаете ручку-то. Нет, так не пойдет. Ну тащите скорее эту. Нет, опускай. Тогда снять надо счастье, снимай. Иначе ручки отломите. Давить ее нисколько нельзя. Уже сломал ее один раз, человек один. Возьмем ее просто. Сюда, сюда. Белая, уходи, а то придавят мышеловку твою. Это вот самые первосортные заплатили самой большой ценой под землю. Это бруски потребуются. Сейчас вот Михаил. Значит, возим сюда с дома через дорогу. Электричества там нету, а рубанок здесь. Вот отсюда только брать рубанком. К электроэнергии. Потом обратно. То есть совершенно непонятно. Никак нельзя. Или стоять ждать. А электричество дадут только через год. Усложнено все. Я понял. Тележку закрепляют. Так. Продвигай, чтобы она не двигалась. Эту не надо под подножку протянуть. Какую? Вот эту вот. Чтобы она под эту заехала, чтобы мне не дала опрокинуться. Вот сюда вот подножку. Не-не, сейчас пока нормально. А то, по-моему, положить на низ длинную потом, доску. Потом я буду ложить вот на эту. Ну давайте, длинную, я посмотрю. Длинный, когда. Все, давай. Помоги ему. А потом я тут останусь, а ты на свое место. Только делайте так, чтобы не наступить ногой-то, вы раздавите его, этот переходник. Он у вас под ногами попадает все время. Все. Еще-то не ладно. Вот когда ложили, надо было подумать об этом, чтобы она так не пошла. Завязывать очень хорошо. Видишь, сколько путаниц. Это все лишнее время. Давай. Я тоже как веревки начну путать. Не могу конца. Каждый раз говорю, надо хорошо складывать, ровно, как лассо. А не тут-то было. Так. Так, ну что, бросай в сторону теперь сюда. Не, не, держать не надо, иди на место. Во. Давай, с Богом, Миха.
Вот так. Ну все.